На первый раз вижу до такой степени игривого льва. Игривого, да? Ну скажи, мне тут понравилось. Вот это смотри. На игривого льва. Кругом, говорит, деревяшки. Когти хотя бы точи. Когти точи. Не, ну в одном углу будет где-то точить, но это не факт, что она вообще будет. Кто на маму охотится? Что это такое? Разве можно охотиться на маму? На маму кто охотится? Можно, можно. Ну, звони, в бутылке постоянно играли. Не наестся щепок? Нет. Кошачьи не едят. Они и вату не едят. Едят некоторые, но это нет. Ни та, ни это, ни разу. Они рвут, выплевывают, рвут, выплевывают. Зубы не режутся, все равно все грызет. Ну они растут у нее еще. Растут еще? Конечно. Да ладно. У нее сантиметров 7-8 будет вкусно. Да, ну прям. Шоколадно. И башки. А зачем они такие? Не, я думал, все, выросли. Нет, и она растет, и зубы нет, растут. Ну, а нам в понедельник, скажи, ровно годик. Да? В понедельник год уже был? Да. Я думал, 17 числа. 15. Понедельник будем отмечать. Кусок. Пьянку устроим. Она не пьет. А. Мы будем это. Напускай... Курицу фаршировать говядиной. Курицу говядиной фаршировать. Да. Дело хорошее. Мы-то пьем, что ей-то. За ее здоровье. Так мы что ли будем пьянку? Она представляет, завтра в магазин сходит. А, да, она сходит в магазин, возьмет, что нужно. Я сейчас принесу ошейник померить. С каким пойдем? Надо красный со стразой. У нас сегодня главный открывается, дверь забегает для. Мы пришли отмечать, выбирайте напитки. Что вы нам сегодня отпускаете? Забирайте все такое, уберите ее отсюда. Надо сперва в банк сходить, а то в магазин безумно. Скажем, на новый дом не хватает. Ну, только надо в Центробанк ехать сразу, что не лосить. Блин, вот она ее, да? Быстро проговорила. Так у нее давление челюсти это, рук, я думаю, что перекусит с одного раза. Шею откусит уже сейчас. Ну да. Сейчас у нее, когда она пыталась мне голову откусить, у нее были куртки намного меньше. Она ну, смогла. Не, просто у нее не, давление. Не, не дало, сжать ее. Не, она все равно она оценивает. Во. Вон, зубки какие у нас. Она чуть-чуть оценивает. Но не очень. Да перевернись ты, балда. Перевернись. Скажи, я сама разберусь. Продолжаем. И продолжаем. А мы медведи плюшевых. Вот, давай побольше щепок, чтобы я топить мог. Это хорошая идея. Ни к чему это, мне кажется. Она погрызла, я собрал, пошел за топить. Если не будут, можно их только забирать. Они просохнут. Ничего страшного.